Варен задержал 4 победы в крайних 5 матчах, причем в основное время. Уступил лишь Локомотиву в гостях, что и было ожидаемо. Ярославцы сейчас на коне, и в той встрече вопрос победителя не вызывал сомнений. В крайнем матче казахстанцы не без труда, но разобрались с невыразительным «Нефтехимиком». Благодаря последним успехам, подопечные Михайлиса вошли в зону кубковой восьмерки Востока. В предстоящей игре принимать Минское «Динамо», которое уже успело навести шороху в этой своей выездной серии. Но в султанской команде придется аккуратно сыграть в обороне, так как минчане набрали хороший ход. Барысу нужно и далее решать турнирные задачи, ведь 7-е место не очень-то и уверенное. «Динамо» продолжает свое турне. В Новосибирске минчане выдали ошеломительную игру, сокрушив снеговиков со счетом 0-6. Совсем иначе сложился матч в Хабаровске. «Амур» был готов психологически и аккуратно сыграл в обороне. Уже к 8-й минуте обменялись шайбами, и этот счет горел на табло до 50-й минуты, где удача улыбнулась гостям. Уже в середине второго периода чувствовалось, что зубры потели физически, но на морально-волевых вытащили эту встречу. Понятно, что две такие эмоциональные матчи, плюс дальние перелеты, не прибавят сил. Они и так уже прыгнули выше головы, набрав 4 очка в таком тяжелом выезде. Не всем командам КХЛ удается сотворить такое, следуя по данному маршруту. Исполняющий обязанности главного тренера Гробовский, конечно, настроит своих подопечных на максимальный результат в этих гостевиках. Но Борис на данное время в хорошей форме и вряд ли отдаст игру под уставшим.